Всем привет! Вы на канале «Вкусно дома» и с вами я, Ольга Молодцова. Сегодня мы будем готовить очень вкусную картофельную запеканку с грибами. Итак, давайте посмотрим, что нам для нее понадобится. А спонсор сегодняшнего выпуска – интернет-магазин «Текстиль-37». Это магазин текстильных изделий, который напрямую работает с ивановскими производителями. Вся продукция сертифицирована. Здесь вы найдете широкий ассортимент постельных принадлежностей из отечественных материалов, также большой выбор женской одежды для дома и дачи, костюмов и многого другого. Ассортимент магазина постоянно обновляется и дополняется. Всю информацию и контакты вы сможете найти на сайте «Текстиль-37» и в .ру. Также у магазина есть канал на YouTube, где демонстрируются модели одежды. Все ссылочки и на YouTube-канал, и на сайт я оставлю в описании под этим видео. Для начала поставим картофель вариться, чтобы потом сделать из него пюре. В картофель добавим чайную ложку соли и оставим вариться до готовности. И пока наш картофель варится, займемся приготовлением грибной начинки. Для этого лук нарежем кубиками среднего размера. Дальше займемся грибами. С них нужно снять вот эту кожицу, а мыть их не нужно, иначе они впитают лишнюю влагу. И теперь, так же как и лук, нарежем их крупными кубиками. И сейчас в сковороде на небольшом количестве растительного масла обжариваем сначала лук, а затем и грибы. Когда лук станет прозрачным, добавляем к нему грибы. Также добавляем чайную ложку соли и перца по вкусу. И обжариваем еще минут 15 до готовности грибов. Грибная начинка на этом готова. И дальше мы с вами займемся пюре. С готового картофеля сливаем всю жидкость и делаем густое пюре. В пюре добавляем яйцо и муку и все тщательно промешиваем до однородности. У нас все готово, и дальше форму для выпечки, в которой будет наша запеканка, нужно смазать растительным маслом. Теперь половину картофельного пюре выкладываем на дно, разровняем его. Дальше выкладываем грибную начинку и тоже ее равномерно распределим. И сверху выкладываем оставшуюся часть пюре. И ее тоже разровняем. А верх запеканки немного присыпем панировочными сухарями. Отправляем ее запекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 20-25 минут. Эта картофельная запеканка с обжаренными грибами получается невероятно вкусной. Если вам понравился этот рецепт, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Также заходите в мои соцсети, все ссылочки в описании, и пишите мне комментарии. Ну а на сегодня у меня все. Приятного вам аппетита. Пока.